Всем доброго времени суток, меня зовут Лана, вы на моем канале Лана 2016 Книт, и сегодня я хочу начать свой новый проект и поделиться с вами. Я решила связать себе вязаное платье спицами. Я с этого года осваиваю потихоньку спицы, в основном я вяжу крючком, но в этом году я, в общем, решила освоить спицы и решила исполнить свою давнишнюю затею. В общем, давно хотела себе платье регланом связать. Я купила, опять же, на маркетплейсе вот такую вот пряжу Yarn Art Baby, вот такого вот салатового оттенка. Здесь получается 50 грамм, 150 метров. Это 100% акрил. С акрилом я уже имела дело, то есть я уже в свое время вязала себе из 100% акрила такого неонового желтого цвета кардиган, который благополучно перешел моему подростку. Вот. Но в том кардигане мне не понравилась пряжа. Я вязала свой кардиган, кто видел, из пряжи детская новинка. Вот такого вот оттенка он у меня был. То есть из этой же пряжи я связала вот такие вот сапожки в свое время. Вот здесь у меня связано что кардиган, что вот эти сапожки в две нитки из детской новинки, и мне она не понравилась тем, что эта пряжа скрипит. То есть лично для меня она оказалась скрипучей, ну поэтому я не стала, в общем, долго думать и решила, что из этой пряжи я больше вязать именно изделия никакие не буду. И в интернете я почитала отзывы на пряжу Yarn Art Baby. То есть там было сказано, что она мягкая, гипоаллергенная, не раздражает кожу, очень мягенькая, приятно ей вязать, она не скрипучая. И я решила рискнуть и связать, в общем, купить и связать себе платье. Я купила две пачки по 5 штучек, в общем, 5 мотков в упаковке. Всего у меня получается 10 моточков на свое платье. К этой пряже я еще приобрела вот такие вот спицы китайские. То есть вязать я буду свое изделие 3,5 миллиметра спицами. Вот у меня 40 сантиметров на горловина, 60 сантиметров и 80. Вот есть у меня еще, конечно, и 100 сантиметров на всякий случай, это если вязать тело уже я буду. В общем, я закупилась пряжей, закупилась спицами, посмотрела много видео в интернете на тему, как вязать реглан. В общем, каждая мастерица свой реглан вяжет по-своему, я буду вязать по-своему. Так как я никогда не вязала, ну, спицами, да, особо, я только учусь. В общем, из всех мастер-классов, которые я посмотрела, я сделала для себя определенные выводы и рассчитала свои размеры, в общем, свой расчет, сколько нужно набирать петель на данное платье. В общем, я буду отталкиваться чисто интуитивно от себя. Это не мастер-класс, это мой видеодневник о том, как я буду вязать это платье. Кому интересно, оставайтесь на моем канале и смотрите, что же у меня в конечном итоге получится. Каждый этап я постараюсь записать и уже в дальнейшем вам показать. Итак, я приступаю к своему, в общем, вязанию. И кому интересно, оставайтесь на моем канале. Добро пожаловать и приятного просмотра. Я приступила к вязанию платья. В общем, сейчас я вам покажу, что у меня есть на данный момент. Я вяжу обычное платье регланом, то есть ничего тут такого нету. Обычное, простое платье регланом сверху вниз. В общем, как я его начала вязать? Я вяжу свое платье на размер 40-42 спицами 3,5. В общем, вот здесь вот я набрала 85 петель
То есть получается 84 петли у меня набрано и одна для замыкания в круг, то есть чтобы соединить этот круг. Дальше я провязала резинкой 1 на 1, 1 лицевая, 1 изнаночная. Провязала я так 7 рядов. Дальше я начала разделять свое изделие на регланные линии. То есть на реглан я выделила всего лишь одну линию, вот видно, да, по одной петле, в общем, у меня ушло на реглан. И как я ее разделила? В общем, было у меня 84 воздушные петельки. Это если крючком, ну, наверное, спицами тоже считаются петли, да, просто без воздушных. В общем, у меня здесь ушло 10 петель на рукав, 1 реглан, 30 на перед, 1 реглан идет, получается, вот линия. 10 на рукав и получается 30 на спинку. В общем, у меня получается 30, 30, 10, 10. Как раз и получается 80. И 4 петли получается. Вот 1, 2, 3, 4. Это регланные линии. Ну и дальше я начала вязать, вывязывать свой вот этот вот реглан. То есть у меня получилось, что я в одном ряду делала прибавку, один провязывала без прибавки, в одном прибавка, и так я чередовала, то есть прибавка просто, прибавка просто. И таких вот рядов, в общем, у меня получилось здесь 15 прибавок. Я провязала, в общем, 15 прибавок сделала и соединила, вывязала вот здесь вот уже росток. То есть у меня вот здесь вот был вывязан росточек. Вот он у меня вывязан. Здесь я добавила 6 петель и вывязала вот такой росток. И все это соединила, в общем, в круг. Ну, здесь на спице я, когда соединяла, в общем, здесь вставила спицы, чтобы петельки вот эти вот все не убежали. С одной стороны, с другой стороны тоже я сделала на спице. И дальше я продолжила вязать уже низ. В общем, сейчас у меня платье находится вот на такой вот стадии, то есть оно вот прикрывает грудь. Ну и дальше я планирую гнать это все вниз, то есть делать ту длину, которая мне нужна. И потом я перейду на рукава. Рукава пока я тоже не знаю, какие я буду делать. Вообще хотела сделать коротенький, как футболочка, такой, знаете, платье. Ну, футляр, облегающее платье, просто прямое, как удлиненной футболкой. Но подумаю еще и, в общем, конечный итог я вам покажу, потому что я вяжу на лето, теплую весну. То есть, так, знаете, одеть вот платье вот это вот и сверху там накинуть плащ, либо куртку, кожаный пиджачок, ну, то есть такой летний вариант. Плюс пряжа, сама я посмотрела, я вяжу 3,5, да, но она такая легенькая, по сути. То есть мне нравится. В общем, эта пряжа мне очень понравилась. Могу сразу сказать, что буду рекомендовать эту пряжу. То есть эта пряжа уже, вот как я и говорила, Yernard Baby, детский акрил 100%, но он действительно не скрипучий. Вот, то есть при вязании нету скрипа. Цвет у него мне понравился. Вот красивый, симпатичный, яркий такой. Летний, весенний. То есть иногда хочется, знаете, после хмурой долгой зимы каких-то ярких оттенков. Вот, в общем, пряжа мне, в принципе, понравилась. Я говорю, я начитала очень много, в общем, прочитала отзывов. И действительно, пряжа Alize оказалась довольно-таки хорошей. В общем, я продолжу свое вязание и уже в дальнейшем вам покажу, что у меня получится. Но здесь сильно я, как говорится, не буду. Я думаю, все, кто вяжет спицами, умеют вязать реглан. Это для меня, как для новичка, конечно, здесь немножко что-то непонятное. Может быть, что-то я неправильно провязываю. Но я больше крючкоман. Я только учусь вязать спицами. Поэтому надеюсь, что это изделие у меня получится. Потому что я давно хотела себе платье регланом, именно спицами, но я не умела. А тут я на ютубе нашла несколько мастер-классов, в общем, всех пересмотрела.
сделала определенные выводы и решила попробовать. В общем, пока на данный момент вот что у меня получается. Ну и в дальнейшем я вам покажу, какое платье у меня получится и что у меня из этого выйдет. В общем, кому интересно, следите за результатом и оставайтесь на моем канале. Приятного просмотра! Я уже связала два мотка пряжи и сейчас вам покажу длину, которая у меня есть на данный момент. В общем, пока вот такая вот коротенькая футболочка у меня получается, то здесь закончился у меня второй моток пряжи. И, в общем, вот настолько у меня пока получилась длина. Сейчас я прикреплю ниточку, вот у меня уже лежит моточек, и продолжу свое вязание вниз. Ну, в дальнейшем вам покажу и расскажу, что у меня будет получаться и сколько пряжи у меня уйдет на это изделие. Я уже извязала третий моток. В общем, у меня закончился третий моток. И вот здесь, на этом изделии, у меня получилось ровно 3 мотка. Вот так вот оно выглядит. И здесь, видите, я пока поставила наконечники. В общем, вот так вот это выглядит пока на мне. То есть я решила примерить на себя, посмотреть, как смотрится со стороны на мой размер. В общем, пока смотрится это вот так. Вот такая вот кофточка получается. Я продолжу вязать дальше вниз. А по поводу рукавчиков, ну, в принципе, я вот так вот прикинула. Я, наверное, чуть-чуть здесь отвяжу рукавчик и оставлю его коротеньким, как у футболки. Еще, правда, не знаю. Ну, подлиннее, покороче. Но вот так вот мне, в принципе, нравится. Вот. Пряжа приятная к телу, не колючая. В общем, не зря она считается детской, нежной, гипоаллергенной, не скрипучей. Очень хорошая. В общем, я продолжу дальше вязать свое платье и уже покажу вам, когда отвяжу, ну, наверное, еще один моток или, может быть, два. В общем, 3 я извязала, 2 у меня пока осталось. На какой длине я остановлюсь, я тоже пока не знаю. В общем, буду все это в процессе примерки показывать и регулировать. В общем, всем, кто вяжет ровных петелек, в том числе и мне. Так, я уже отвязала рукавчики, вот такие вот коротенькие они у меня получились. Вот здесь, где я вывязывала росток со спины, я сделала убавки. То есть у меня было 11 петель, и эти 11 петель я сделала убавочки до 3. И в дальнейшем начала вязать по кругу, в каждом 5 ряду, делая тоже убавки с 2 сторон. В итоге у меня получилось 4 убавки. И вот здесь вот у меня провязано 9 рядов. И 10 ряд резиночкой, 1 лицевая, 1 изнаночная, у меня закрыты петли. Вот за счет этого он получается такой. Идет от широкого к узенькому. Да? Ну, то есть сужается. И вот на такой длине я решила остановиться. Ну, пока это смотрится вот так, как футболочка. Тоже как вариант. Вот. Ну и дальше я планирую оставшуюся пряжу уже пустить вниз на длину. Буду извязывать длину, но в принципе вот так вот платье уже вырисовывается. То есть обычное такое удлиненное платье-футболка. То есть я сейчас отвяжу длину и внизу сделаю тоже
сантиметров сколько? Рядов 10. Может быть, чуть больше резинкой по низу. В общем, буду смотреть. Ну, вот такое, в общем, платье у меня будет получаться. Сейчас это смотрится вот такой вот футболочкой. То есть, если здесь отвязать резинку, то будет такая удлиненная футболка. Но я вяжу себе платье, поэтому я продолжу. Кому интересно, оставайтесь и смотрите, что же у меня получится в конечном итоге. Я извязала 5 мотков своего платья. В общем, на свое платье я извязала ровно целую упаковку из 5 мотков. И сейчас вам покажу длину, которая у меня получилась. В общем, вот такая вот длина получается из целой упаковки пряжи из 5 штук на размер 40-42. То есть, если вязать, допустим, опять же, полноценный какой-нибудь свитер с длинным рукавчиком, то как раз упаковки хватит. У меня есть еще одна упаковка, я как раз взяла про запас. И сейчас я буду, в общем, вязать, извязывать последний моток, отвяжу немножко длину и сделаю по низу резинку. Ну и уже в дальнейшем вам все покажу. Ну, а пока вот так вот это все смотрится. Как я и говорила, обычное платье-футболка. Такая яркая, летняя получается. В общем, я закончу это изделие, проведу ВТО и уже в конечном результате вам покажу, что у меня в конечном итоге получится. Ну вот, я наконец-то закончила свое платье. Я его довязала, убрала все петельки, постирала. И сейчас вот оно уже высохло. Я вам его покажу, что у меня получилось. Вот такой вот у меня, в общем, верх получился. И вот такая вот обычная лицевая гладь. И вот тут вот низ. В общем, обычное прямое платье-футболка получилось. Цвет, конечно же, не передает камера, но он неоновый, желтый цвет, маркерный, такой летний, очень яркий. Сейчас я его, это платье, примерю на себя и уже покажу, как оно смотрится на мне. Я довязала свое платье и сейчас вам покажу, что в конечном итоге у меня получилось. Я его связала. Полностью убрала все ниточки, постирала. То есть оно у меня уже прошло ВТО в обычной стиральной машинке при 30 градусах на деликатной стирке. В 1000 оборот я его отжала. Ничего с ним, в общем, не произошло. Единственный минус для меня пока это то, что оно магнитится. То есть его надо обработать антистатиком. И сейчас вам покажу длину и вообще, как оно на мне смотрится. Вот я отошла подальше. В общем, вот такое вот платье у меня получилось. Такое вот обычное платье. Ну, футболка получилась. К телу, как я уже говорила, достаточно приятное. То есть в этом плане проблем никаких нет. Рукавчик коротенький. Ну, то есть весна, лето, самое-самое то. Ну и вот так вот оно смотрится. То есть здесь полностью вот лицевая гладь. Единственное, я его не отпарила. Может быть, его слегка надо отпарить чуть-чуть. Вот, а пока надела, чтобы вам его показать. В общем, такой вот результат у меня получился. Единственное, он, видите, прозрачное, да, то есть белье здесь надо либо подбирать, либо опять же одевать под низ. Уже какой-то подклад под него. Вот. Тут вот
Надо все-таки, наверное, его отпарить немножко, потому что я знаю, что акрил особо нельзя отпаривать, слегка, если только так, знаете. В общем, я результатом довольна, мне понравилось, учитывая то, что я особо не вяжу спицами, то есть я только учусь. Смотрела вот мастер-классы на ютубе, из всех мастер-классов я сделала для себя определенные расчеты, выводы, как вяжутся эти, этот реглан, эти накиды, то есть прибавки эти, то есть опять же прибавки каждый вяжет по-своему, кто-то с накидом, кто-то из петли делает. В общем, очень много разных вариантов. Для себя выбрала тоже подходящий вариант. Но я очень рада, что у меня наконец-то есть платье спицами, которое я так давно хотела освоить и попробовать. В общем, вот такой вариант у меня получился. Не знаю, понравится ли он кому-то еще, кроме меня. Цвет, конечно, отличается от реально он такой светло-салатовый, но на самом деле он ядрёно-салатовый такой. Вот. В общем, я на этом заканчиваю свое видео. Хочу поблагодарить всех, кто остался на моем канале, досмотрел это видео до конца, досмотрел, что же у меня в конечном итоге получится. В общем, будьте здоровы, живите богато, не болейте и, как всегда, до новых выпусков. Пока-пока.